Нужна. Ну, элем Теперь... есть, а совы нету, типа, она. А может еще и демона тебе? Демон вообще изи был бы. Я сегодня показывал на примере, как демон апает РДДМа. А кто такой Дима тут ДПС? Некоторые демоны говорят, что типа они сейчас из-за того, что шмот слабый, так же как и ЛМ дают баф. Да, так и есть. Ну, я не знаю, там от СПД, во-первых, дается, типа. Ну, СПД это же шмот. Ну, у Но у меня Димы пятихатку дает я СПД. пятихатку плюс даю. 560 где-то. Под всеми проками. Я вот на манекене, причем, блин, вне рейда. Демоны, Ребят, демоны дамажат, никому не верьте, нахуй. скажите ник вашего тут ДПС родимый. Кто это? скорее всего, если он говорит про демонов и тут посмотреть по левелу, скорее всего, это анафилаксия. Мое предположение есть такое. Что это Кто о такое? демоне говорит? Это не в нашей. Или зеленый демон. Но зеленый демон, по-моему, его Это недавно Дима пили. говорит. У Димы лог. Мы про Диму говорим. Чё это творожок у него? Столовка, бля, я придумал. А Дима Ты это что, кто? чё? Затем в чат. Дима это кто сейчас нонспэд? Божественная Нонспэд. сила. Сань, давай только не про анусы, блядь. Что у тебя за детский сад начался? Ну? Значит, потом на столовку перешел. Ужас. Да. Давайте любого хила хотя бы найдем. Ладно, я, короче, помолюсь за Вармога. Пойду. А что с ним Да не такое? бойся. Я слабенький. Ну, На оденешься же. крыше посидишь. Твоя задача, то есть, смотри, твоя задача, мы бьем босса, босс взлетает, ты собираешь трэш, подводишь к миликам. Вперед моба большого не лезешь, стоишь позади него. Вот. А вспышка огненной звезды, если касается мобом, ты отбегаешь вместе со всеми. Ты понимаешь, а что это за вспышка? Не особо. В прошлый раз просто говорили, в какую сторону бежать, я отходил, все. Круто. Больше ничего не надо было. Да. Вот, это если тебе про Никси, наверное, говорили. То Ну, есть мы вчера на моб ней будет были. большой, моб будет большой, кастовать периодически вспышку огненной звезды. Масса УЕ. Ты скорее всего, от нее помрешь, может быть. Потому что даже я, наверное, сдохну. Ты главное большого Я босса точно не знаю. смотреть, не Твоя прыгать. задача вот, то есть отбегать, подводить Ну, у меня мелкий, мелких короче, трэш дальше. стоять в центре И и трэш. если садится Никси, да, Никси же она, ну вот. Твоя задача перетанчить у меня большого, а я пойду заберу Никсию. Окей. Understand? Да. А большого лицом к рейду не поворачиваешь никогда. А мы там сейчас вдвоем будем стоять перед ее лицом? Или как? Впоследствии, да. А я никогда от дыхания не убегаю. Я сильный. Блин, ты чё за маг-то такой нахрен? Иди в ЧС, пизду нахрен, придурок. В смысле? За что? Да он видит, что я хилаю еще, он видит, что он мне уже там затрахал. А мелкий выходит так же, как и на десятке, просто Да, по боков абсолютно та смотрят. же тактика, только боец все сильнее. Да, еще тут расщелины сильно бьют вот эти вот. Кто там опять? Вармок, ты памперс надел? Не, я забыл. О, смотрите, что получается. Короче, идем так пока. Мы же сильные. Да, мы же сильные. Особенно я танчу за двоих. Пошли. Ну вот. Ура, мы все умрем. Твоя задача, главное, не волнуйся, что ты там кого-то подведешь. Твоя задача просто выполняй все, что тебе требуется. Помни, большие кливы, ты их не должен поворачивать. А задача миликов самим, то есть отходить от тебя, но и ты не поворачивай. Так, ты же будешь сначала держать, мне же просто Да, приходить, потом развернуть. сначала, да, но я тебе и говорю про последний. Ну, не надо, чтобы он смотрел в ту сторону, откуда он Чтобы не пришел. было, к примеру, смотри, такого, что, к примеру, мы моба танчим, где печенька, ты стоишь вот, где медведь, да, я говорю, забирай, ты тут же отсюда его таунтишь, он разворачивается, бьет всех, нахуй, всех миликов ложит и так далее, ну, то есть. Мне его просто сюда, вот, в печеньку. И разверну так вот
лицом, чтобы я вот так стоял. Ну ты понял, что я тебе хотел? Да, чтобы он огнем не сдул всех, нахуй. Да, чтобы, то есть ты не отсюда его кинул таунт, и чтобы он там повернулся к тебе, пошел сам, то есть ты типа пися важная, пускай он сам идет и так далее. Столовка, столик. Блять, я предлагаю зайти на ДК. Да не бойся. Ну как людям, как учиться людям, где им учиться еще? А, там просто... С пугами, так его закошряют, если будет топить. А тут там пускай что. Просто... Тем более тут, блин, задача просто мелких держить, что ты в самом деле. Там хп просто, боюсь, не хватит. Ну не хватит, полежу. О, рыба, смотри, о, а я свою фласку. Рыбу ешьте? Где вы ее затоптали, по-моему? Не-не-не, тут справа. А, Денис? Я. Я-я. Сильный маг, готов. Денис! Да что? Какой Денис? А у тебя место есть? Для кого? Пожалуйста. Дензел. Макс. А ты пьяный старик? Он походу не слышит, у него уши не работают. Дензела возьмешь, братан, пати? Дензела возьмешь, пати? Вон Бурумбача пишет в гильчате. Соломбача. Мак, бери. Аркан. Ух. Поставьте шкаф. Ой, я тоже нет, понимаю. А мне пить нельзя, ну, 3 дня. Что, закодировался? Нет, прививку вчера поставили. Какую уже, вторую? Первую. Как мне коммуницировать с ним, если он меня не слышит? В смысле, можно пить? Чё, кто сказал, нельзя? Нельзя его присуммонить. Ну, я лучше позабочусь о себе немножечко. Да можно пить, просто есть вероятность, что сдохнешь, а так... Все, вот так. Собрались. В смысле, МК? У нас маги, это, геи. Да какой гей? Ну, чё ты такой злой? Зачем озвучил при всех, да? Открыл правду глаза на мага. Он ливнул. Я его кикнул. Господи, а что там было? Ну нет, закрыт у него десятка. А. И он походу бухой. Направо слишком не ходите. Мо. Загрел. Что с ним? А нам ДДшника не хватает? Да. У меня есть хаос. Ну или хила, зови. Я уже здесь. Сейчас мы тебе дадим помощника. Блин, Тринки все пропнуло. Ну шо вы такие злые? Хилая, сколько с тобой людей сюда перешло? Не считала. Я тебе дал помощника, поставьте там еще рожкав, сейчас засумоним быстренько. Да с ней просто статик пришел свой. Тут человек 10 есть, да? Нет. А кто-то за Сибирь ушли, наверное, да? Я часть из Сибири утащила. Ты взяла, там, нет? 5 минут скажу, чтобы он зашел. Вармок, ты можешь пока отдыхать. А, ну, ты же сказал... Только не сагри, пожалуйста. Нет, ну потом, то есть, если вдруг я сдохну, чтобы ты забрал. Ого, левей, вот левей, было. Левей. Сука. Чё, взяли, нет? Взяли, нет? Заходит, говорят. Так, так, так. А сейчас, в данный момент, ты будешь вот раньше мне ещё смотреть? Да. Да. Смотри, где стоит он, как стоять. Да это я стоял вчера. Один но я на десятке стоял. Они пошли делить урон. Сегодня десятку ИВК пойду. Я уже пару серий аниме посмотрел, пока собираемся. Я бы на Порхабе пару сериальчиков глянул. Ты чё, бля, старый анимешник? Да. Старый бородатый анимешник. Знаешь, как пьяному прикольно смотреть анимешки? Катя, когда напьюсь, у меня перед глазами всегда анимешки. Я ой смотришь? Лава. Денис, лава. Ты про Геру ничего не сказал, когда взлетает или что? Когда скажут. Килая, как там у тебя успехи? Молчит партизан. Лава, сколько дней до судного дня? Чего? Я говорю, сколько дней до судной недели? 3 дня, 4. Мне кажется, когда у Славы бутылка заканчивается, всегда судная неделя начинается.
Да, то даже стоки отходники. Будет, не будет, Хант? Что, мы ждем его, нет? Звониться не могу, только чтобы... Ну и ладно. Поехали, что фласка тикает. Там еще их нам ждет сейчас, да, добирать будем все равно потом, мне кажется. Так, все, все готовы? Кто сдохнет, тот лох. Главное, сам не сдохнет сейчас. Уродим медведя. Давайте. Нет, мне за него страшно, на самом деле. Два. Один. Да не очкуй ты. Давайте не обосремся, пацаны. Ну что, неплохо с дыхания, попал хп нахуй. Так это еще начало, погоди. А ты МК не хотел делиться, вот получай. Пиздец. Че там? Я, мне кажется, улечу, если она у меня отдыхнет. Это да. В смысле цель вне поля зрения? Куда мне встать, чтобы ты ее видел, тварь? Я вчера тоже долбился в стенку, мне понравилось. Да я вниз смотрю, ну то есть я на стене как-то смотрю. Да, понимаешь, меня лок обогнал, я хочу на своего лока зайти. Писька мне понравится. В дестрике тоже. Не надо. Главное, что есть чем меряться. Я не знаю, чем мериться. У медведя вся все равно больше. У меня так 3 сантиметра. Блять, я уже испугался, думал, сорвал что ли кто-то. У нее же новая тактика, она уходит я сама. Я тоже это же мертвым притворился. Раньше-то она на X1-то не уходила, ведь аж напрягся. Так, милики, соответственно, даете выводить мелкого, точнее большого. Блять, а как мне это все, блять, собирать? Ёб, просто. В квадрат, я напулил, на я напулил на тебя, напулил. Ладно, понял. Но у меня столько АУЕ, по-моему, не хватит никогда в жизни. Да два роги напуливать на тебя, блин. Выходит большой. Это был знак бить большого. Так. Арти, давай, помогай тоже. Мелких сюда нужно подводить. Куда? Тебе? Или куда? Да. Так, сейчас бы тебя увидеть. Чтобы их клеевами убивала. Ты большой. Локи, помогите, короче. С большим. А, все, ладно, успели, все успели, успели. И чё мне? Теперь отходи. Ай. Мелики, надо давать вывести. Куда? О, не на меня загрузки. Локи, тормозите. Не надо его бить. А мелочь добить надо? А то. Ты не обращай внимания на мелочь. Пожалуйста. Беги, милики, отходите, пожалуйста, когда убивают. Дышит. Прям на мага. И на лока, мне кажется. О, изи тактика. Минус 2, да? Минус 3. Минус 3, это у нас Red Hat, это у нас понятно. Твоя задача подводить вот мелких. Сюда. Да, чтобы вот его кливали их. Все, понял. Так, сколько там у него хп? 43. Скоро сядет. Собирай мелких, не спи. Тыкаю кнопочку. Иди забирай большого. 2%. Локи! Так, Лок, помоги, который тут топчик. Большого забирать? Да. Как стоит, вот так и забирай его. Там, пожалуйста, кинь на него, спасибо. Вроде. Я запрет на путь. Кидывал огромное. Все помогают добить большого. Все добить. Хилы, соответственно, хилят. В трещинах стараемся не стоять. Я в страхе. Геры перевели, получается. Мне мелочь, что с ней делать? Под боссу подводи. Охуеть.
Цель мертва, по-моему. Да, дыхание и рассечение к горлам. Забирай. Да-да-да. Алена, подними. Не, не надо, не надо, не трать. Хил квадрат быстрее. Да, ну я по его долго не вытащу. Не трать, не трать, пожалуйста, БР. Много говорите. Блин, она мне дыхание и рассечение дала. На 68к. Ладно, Пал, давай удачи тебе. Давай, короче, удачи в жизни. Я побежал. Аден. А. Она что тебе за секунду 68к уже дала? Ну она, да, ну то есть она мне сначала 30 тысяч дыхания, а потом рассечением еще почти 40. 38 200. Это за секунду или возможно было прохилить? За секунду. Обалдеть, блядь, а как это захилить? Одна секунда до смерти, 30 тысяч. Ну и соответственно после секунды. Я просто поймала, если что. Раз уж мы все равно упали. Во, давай зови ее. Уже хватит. Сложила меня, не успели. Все еще предложение ДК действует? Только накрутил, какое? М? Что там у тебя должно действовать? Предложение на ДК зайти. Да зачем? Ладно. Дождусь, когда сам попросишь. Да. Я не должен был сдохнуть. Че я сдох? А хиты не успели добежать до тебя, когда ты ловил. Да не, это и даже они быть просто не успели отхилить даже как бы. Там горы за секунду тут 60 тысяч. Не знаю. Это, РДДшники, не стойте близко к боссу никогда. У вас есть ренжа, от которой на вас не попадет дыхание, типа, если будете далеко стоять. Там РБК нет. Я бежал по тему, ебанул туда. Не, там просто локи попадали, они прям рядом стояли. Там надо настакать хотя бы этот жизнецвета, три штуки, когда босс садится, чтобы был шанс поднять его. Ну и зубы можно дать. Рыбку ешьте. Именно когда он ставит, его можно зубы скинуть. Там в конце уже подышится. Да, кстати, Андрей, можешь зубы мне кинуть, когда я пойду ставить. И это, ну, хилы за мной бегут, как бы, то есть, пытаются меня похилить. Ну там две таких тычки, что пиздец просто. Я Светка спал, да, там, ну и, блядь, он... За секунду, я же говорю, просто. А ты дубовую не успел отдать? Нет, я даже не... Ну то есть он рассечение мне пизданул. Я смотрю, дыхание кастует, сейчас думаю, прожму, оп, бля, и тут же мертв. Да ты сразу на дыхание, на первое, давай дубовую, она сразу с рассечением идет. Я даже не прям просто, я пока на каст смотрел, уже умер. Шустрая. Инту всем. Мозгейский обмен лок, ты шо? Лапу дайте, пожалуйста. Второму танку, кстати, тоже лапку бы не помешало. Спасибо. Ну шо, дубль 2. Давайте. У нас сейчас плюс один ДДшник. Ханты вот пускай помогает большого убивать. А то у нас милики. И милики убили, все, отошли немножко. Сделали шаг назад. Два. А то я так уйду в туннель в итоге. Ну, чё к выходу приведем? Каждый раз раньше его, если забирать. Так, у нас хант один ждет. Почему я вижу свой труп там? Иди пощупай его. А можно я? Тебе можно все. Люблю щупать трупы. Ну что там? Все, да, все. Нет, да, все. А че мне Дон говорит, что не все? А, вар там, понял, все понятно. Так, ну, все готово. 5, 4, 3, 2, 1.
Каким она мне макаром на 38 тысяч сейчас опять нанесла? Она больно бьет. Это рассечение кровом, она разве в лицо бьет? Дракошки. Угу. Она тебя по загривку ебашит. Тридцать тысяч. В общем, хилы, когда она дышит, уже прям готовьтесь, напрягайтесь. Ну, не сейчас, но в последней фазе. Тан, в прошлый раз мы ее убили, даже не заметили. Давайте Геру. Бьем большого. Нормально их подвел? Нормально, нормально. Большого. На групп. Отлично. Дыхание. За медведем, за медведем. Кто успеет? Кто не успел? Рога, Шифу в спринт. Ой. Да, вагон. Согласен. 100%. Да, она сбросила. Большого. Следующий твой. Иди забирай. Большого забирай. Отворачивай. Дыхание. А это вспышка, вспышка. А ты... Нет, нет, нет. От вспышки надо отходить. Рарники, милики тоже, кстати говоря. РДД в большого. Бабах, ну да, быстро-быстро подняли. Не подняли. Хилом, ну. Тут реально надо быстро хилить. Хилин, нет, все не надо. Ну я не успею просто дойти под страх. Да все, все не надо. Заноньте чуть заранее, до третьей фазы я антифер могу еще кинуть. А я, это не от фера было у меня. На, сейчас был есть удар по мейн танку, где-то секунды 3 по нему хила не было, и он сдох. Да, потому да, что да. Он улетел, мы в фере бегаем, блядь. На кого-то из паладинов могу на холиков кинуть. Потому что, мне кажется, в этом тоже есть проблема. Чего все за мной бежите?
Просто у нас как минимум три приста, можно паладином заинтересовать для начала. А дальше уже тотемы сработают. У нас же есть Аршам. Тут у нас не только нет Аршама, нет, у нас просто есть шаман. Давайте я на ОХП выйду. Ну он спит, захиль. Могу. Давай. А я единственный два раза не упал туда? Наверное. Ты зато от дыхания упал. Ну да, днища чисто. А дыхание да. Просто по бокам расходиться надо или что? Да, да, да. Смотря куда. Она перед собой дышит. А Никси летает, да, и она дышит перед собой всегда через центр. Соответственно, она может в любой точке стоять, но дышать она будет всегда через центр. Ну просто есть точка, в которую всю жизнь можно бежать, типа, и выжить. Просто нужно посмотреть, где она стоит, в какую сторону. Ну ладно. Дыхнуть хочет. Я понял. Есть точка, где милики, короче. Туда внутрь забегать, но там моб может что-то кастануть, если его не убьют. Но он развернут будет. Так. Маразм, мой спирит. Там починить-ка, кто хочет. О, ну-ка, ну-ка. А где он стоит? Это какой эфир был второй по счету, да? Первый, по-моему. Первый. Вы что, еще от первого не отошли, что ли? Нет, нет, первый я в бабле вообще стоял. Я первый. Это второй был, значит? Наверное. Ну, вот первый так. Я. Мы этого второго. Короче, крипа большого убили, я шел. Первый был. А, да. На втором ты умер уже, все. А что, все? Лук ливнул? Кто ливнул? Алло, конец. Ну, я думаю, может, релогается. Мертвый лежит, его резали? Тут жив стоит, починитесь. Лок обиделся, ему МК не дают. Так, это так, что у нас тут? Есть в гильдии кто-нибудь есть? В гильдии никого нету. Лок-то тут, он просто АФК. Просто для него жопа. Ага. Я уже и хотел нового искать кого-нибудь. Ну хоть кикачу. Ты 12к ДПС даешь, какой кикай. Дракончик, правда, зачем? Лок, иди, там рыба есть. МК не дают хоть рыбки покушай. Да, блядь, жмот, а не мог. Тебе ж лучше. Кирая, дашь на втором фире маразму антифир? Хорошо, приняла. Потом не отмажется. Его там фиряет, не фиряет. Тут периодическое какое-то исцеление по танку надо постоянно, чтобы да, это лук бафов висели. Постоянно. Потейте, потейте, ребята. Ты е помать, моб, чертов. Так, ну все, все готовы были, хрен на него сдохнет сам. 5, 4, 3, 2, 1. Опа. Опа. Чё там? МК прилетел. Не, тебе показалось. Это плюс к уважению. А то, что если у рейда я тебя резать бежал, ничего. Спасибо. Так-то это, тогда я ходил 202-25, пора
не чувствовал вообще. Ну, другой состав хилов, я же говорю. Нужно периодическое исцеление, пока мы в эфире бежим, чтобы по тебе тикало что-то сильное. Это же может. Может, он от меткости бьет? Чем больше меткости у танка. Но у меня меткости нормально. Тебя в тот раз не было. Так это в тот раз не было. Драконы все от мастерства. Геру, совушку бы нам еще. Геру? Да. На Ханкуля жалко нету. Да, щит шамана бы заебись помог. Вышел большой. Называется маг похавал хавку на крит. Большого. Дыхание 5 секунд. По центру отводить. Беги, малышка, беги. Ушли от рожи. Вау, никто не умер. Это прогресс. Вот, большой вышел. Забери большого. Фаза пошла. РДД по большому. Там хилы ближе к танку, бегите, пожалуйста. Сейчас одного маленького дракончика не добивайте, ставьте танк, пускай его сагрит на себя. Основной? Основной, мейн танк. Подведите мелкого под мейн. Я веду его. Хил, который, ну, шаман, который хил апати, ставь, пожалуйста, постоянно тотем после каждого хила. Бать, мне сейчас не сдует. Да, блять. Как это нахуй работает? Перехватить. А чё, один танк? Бер. Бер, Алена. Всё, держи на себе этого дракончика. Или кто-нибудь из дракончика. Я продержу. Прожимай, что есть. Деревья, совы. Кто улетел, куда не надо. Кто-нибудь, Алены нету? Держите просто это. Где второй? Сюжан, пиздец, вебай. Чё, всё? Вай? Ну, походу, сейчас тебя выключат. Хелен погибла, да, у нас. Почему ты так быстро дохнешь? Я тут просто... Даже танк, смотри, больше оттанчил, чем ты. Не, ну, видишь. Убил он нахуй. Ну, давай, ну, я потанчу. Реально, может, надо что-то подумать? Давай, или... Димка, заходи. Да нет, тут я не знаю, что тут подумать. А мне что делать? От чего умер сейчас танк? Я, который второй? От рассечения добило. Основной. Опять же. Не, основного что, просто автоатакой убил или что? А, рассечение. Огненное дыхание, рассечение. За секунду. То есть тупо хилы не отхилили, да, получается? 50, ну, там, да, там за полсекунды даже все это залетело. 54 тысячи урона. Да давай, сейчас залетело. Я затанчу, все будет охуенно, блядь. Что ты куда уходишь? Давай, еще один раз. Короче, знаете тактику через дракончика вот этой ебаной? Какую? Ты окружение хочешь? Да. Да это никак у меня не работало почему-то. Сколько раз я не пытался сделать. Надо, чтобы спину били. Я понимаю. Да не, почему? Не обязательно в спину. Дух стаю дать тебе. Ну да, дух стаи даешь, и все. Дракончик, да, мелкий стаю. Тебя постоянно пинает. И ты не так быстро бежишь просто. Вот и все. Да это ж не от этого умираем. А что, кстати, скажите, зачем мелкого не вести, который выжил дракончика к танку в основном? Не парься. Ну, есть такая. Ну ладно.
Я просто привел, но не довел. Так. ДД спека у тебя нету, да? Да, нормально. Нет, я про это и говорю, что мне делал. У меня есть. Да и танка знаю. Нормально будет. Ну, каплю даст там, блядь, 50 на 50, тут сейф. На речи не даст. В эфире как раз будет. Нам бы сейчас хила бы. Че не работает? Ну так ты же не в гильдии. Это что там только гильдейский. Кто не гильдейский? Столовка. Сука. Сейчас пообщаюсь, понял? Поставьте шкаф, засуньте его. Перекинь его в пати вместо магта. Лучше в первого вместо кого-то. Там вообще самые такие ключевые должны с шаманами находиться. Вот хилы, да, танки и не какой-то там рарник, ретрик. Он... Милики надо, чтобы находились с шаманами. Так, не обязательно. Так, так, так. Кто-то слабый, но кто много ДПС дает. Типа вон того лока можно закинуть. Не, РДДшники здесь в принципе вообще не страдают. Так, чё, саппорт ебать? Оба. Причем я тоже под саппортами, ну. Сколько у тебя на огонь сопротивления? 205 сейчас. Фу-фу-фу. Я еще могу запы зачарить на сотку. Так, ты у нас ДК, да? Ну все, иди танчи. Можно меточку на ДКшку? Че, я залетаю уже, че? Че, погоди. Баладора нету, Хелен нету. Да я здесь, я просто... А второй танк нету. Это Дензел, да, будет? Да. А мне что делать? Просто смотреть на это все? А тебе как, да, гору по поддержке будешь бегать. Хорошо. Ты не расслабляйся, в конце может, что ты будешь танчить. Да, в итоге ты затащишь, глядишь. Ты помпоны, главное, возьми. Мы сейчас втроем там ляжем, полежать. Все, тише. Ну все. 5, 4, 3, 2. У тебя чат же есть, да? Шикарно. Хоть кто-то не кричит, я ничего не вижу. У тебя 4 Т4 есть, да? Да. Шикарно. Так спокойно, да, скажи? Да, как будто так и надо, ёп. В туалете нашел там. Да. Это только та же Хильти. Да он не с двух, он с 3000 сдох. Ну у него крас 64, сколько там мне крас 64 за два раза влетает. У тебя есть шанс выжить. Не, ну у него больше шансов, у него зеленка. Это как его, не зыба. Фаза скоро. Рано бить, наверное, чуть-чуть. Кто больше будет, столовка? А мне без разницы, я всех могу потанчить. Да давай я подержу, чё. Будь готов. Надо запомнить цель босса кинуть. Мелких кто? Геру. Да мелких в любые там танков этих бегает. Чё вы в самом деле? У нас этих танков как какашек. Ой-ой-ой, какие лаги. Большой вышел.
Ой, я на 7 месте по ДПС. Большой. Рога помер, да? Беги, малышка, беги! Да-да, в клиф это. Топчики. Есть, я подыму, вот забери, пожалуйста. Танк я подымухила. Большой вышел, большой вышел. Как мы тут умерли? Да ах ты, ёп! Помать! Чё? Схема подняли, и дракошка полинула, он тут же умер, блядь. Сука. Вы большой. Я заберу. Кого ты заберешь, большой? По большому играем. 1%. Фаза. Иди лови. Большого давайте добьем. Давайте хилы за мной. У нас хилов не так уж много осталось. Ой-ой-ой, хил! Нихуя. Не успеваем. Ладно, надо, короче, хила искать еще. Могу. Вся эта херня. Взять. Да, толку. А чё, ДК же танчит нормально. Давай хилим. Алёне вообще не повезло. Ой, под морду зафиляла. Пиздец. Хиль. Да заколебал меня под морду херять. Что у нас там? Иннер никому не нужен? Хилы? Нет. Давай, войду. Чё зря пропадать Иннеру? Драконов подведите под мейн. Я под морду, блядь, под морду. Мейн заберешь? Держи их там где-нибудь, не переживай. Ну, сказали под морду привезти, я привезу. Тебе пиздец. Да. Хилим. Тебе кто-то скажет нажать Alt F4, ты нажмешь? Зачем? Ну вот. Да, по сути уже. Что-то вообще не вижу, чтоб тотем шамановский снял что-то хоть раз. Да даже кош не спасает, блядь. Тотем нужно обновлять после каждого эфира. Да ставлю я постоянно. Не, раз поставь и забудь. Вы что, еще имеете шанс добить его? Ага. Наверное. БР может есть.
Нет. Да нет, у нас не хамуберить. Все лежат. Там как ладно держись. Да я держусь, но шо. На зеленый фон откадешилось. Кто у нас? Два лока и хант. Там вообще дамажить некому, короче. Но. Там лок дамажит. Не, ну только один. Уходит, уходит хп. Уходит, да? О, блядь, хитит, да. А, пиздец. Нет, 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 отхилили. Держит. Хорош. Давай, давай, еще три ляма. Маразму 6 команды осталось. У него 4 минуты назад 8 команды было. Он вроде рисает ее по чуть-чуть, так что держится. Это поле половину на 30 маны. Не, ну, если уходит. Сам сейчас не умрет. Если да. Сам ему главное сейчас не умереть. Да Мараз красавчик. Топовый. Бля, главное это лок, танк и сам маразм. Вот эти. Да, да, это основная святая, святая троица. Блять! Хилый бы еще главное. Держись, держись, маразм. Нечего, нечего. Красавчик. Блять, там лок проседает. Лок. 8 секунд у меня отдефается эта зеленка вся хуйня. Бля. Давайте, чувачки, блядь. Давайте, давайте. Я пока хила ищу. Я в вас не верю. Не веришь? Блядь. Там икс собирай пока. Давай, давай, давай. Шесть рыл, блин, кстати, добивают. Давайте быстрее, ну сколько можно ждать? РБК босс! Вы все-таки долги. Мы вас тут тоже заждались. Давай, 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 ну Марат. Тяни. Красавчик. Красавчик. Ебать, конченый красавчик просто. Вытянул, блядь. Конченый красавчик. Давай, давай, финиш напрямая. Я тебя похвалил и оскорбил, блядь. О, бля. Ой-ой-ой, опасно было. Давай, давай, давай. Ой, красавчик вытянул. Могу СС дать кому? Танку, хилу? Блядь, лучше... Нах, не давай. Главное не на босса давай. Не давай, лучше, лучше домой. Кидай на босса поржом, прикинь, ресница. Ай, блядь, хилься. Блядь, прожимай все, что есть, маразм. Маразм умер, живи. Давай, давай, прохилим второй там, давай, давай. Там еще один. Еще один есть хил. Еще один хил есть, там нормально. Живем, живем, давай. Четыре человека у нее еще, наверное, не убивали, да? Ну еще и пока не убили, бля. Ну, давай, давай, стопни, давай, 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 обдотовый, обдотовый. Давай, 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 давай. Есть! Красавчик. А чувачек и нету убийства в четыре человека. Ой, Шам, и тут же Шам отписался. Заебись. На изичах вообще, да? Вас игнорирует. Ты ему напиши, короче, блин, сорян, короче, 4 человека добили ее. 444 тысячи сам себя нахилил. Как вам? Блин, я говорю, нам тут, блин, нормальный танк. А Димоныч пока танчил, блядь, не пиздоболил нихуя. А потому что, блядь, видать было, блядь. Я одну прожимку неправильно прожал. Вот, и обида пошла, да? Это да, но. А прикинь, правильно прожал бы и вайп был бы. Ну, может быть. А, так, нет, он меня игнорирует, блядь. Бля, когда у нас уже масс-рез появится? Блять. Когда? На 25 уровне. Логично. Лайк. Лайк. Ну. Чё там, арбалет, огнестрелка, есть что-нибудь прикольное? Арти застрелится.